добрались мы до парома. Никого тут нет. Паром уехал. Ждем следующий. Собственно. А, вот паром подходит, кстати. Короче, их два доходит. Получается. Ну, такие пироги. Вот наш автомобиль заезжает. Хорошо, идем. Так опасно, конечно, но ладно, попробуем. Нет, это видео со стабилизатора. Волосы назад. Короче, переправились. Водичка такая зеленая. Солнышко сегодня. Ну, на них булку хлеба тут делили. Ну. Да, вот мы доплыли. Сейчас наши машинки выйдут. Так, ну вот мы и в Хужире. Здесь на Ольхоне, как всегда, солнышко. Вот Хужирчик. Еще кого? Ну, тут 100 баксов нашли. Кто сказал, что деньги не пахнут? Деньги себе ты снимешь. Пахнут они какашки. Нет, ты покажи хоть что это. Коровы на какашки не пахнут. Так что, такие Линкольн, пироги. Линкольн или кто тут? Франклин может. Франклин? А, правильно. Так, ну вот, предбанник. Кстати, надо будет гитару занести.
заходим дальше. Пока не буду закрывать. Короче, кухня. Ну, тут все, что надо, есть. Вот. Умывальник. По чужим комнатам ходить не буду. Вот, комнаты. Короче, зал. А мы проживаем вот здесь, а тут. Тут растения. Прикрылась. Компьютеры. Зеркало. Что там у тебя? Ага, нарушение. На пробке-то видно. Ну, такие пироги. Двигаемся к шаманке. Сейчас туда придем, а там никого. Там и так никого. Ну, это фантастика просто вообще. Пошли тогда, что? Ну вот, забрались повыше. Продолжаем дальше. Тринадцать столбов. Валентина 14. Отвесные скалы. Все тут как положено. Там песчаный пляж. Ой, чуть не упал. Майами Бич. Деньги собираешь, миллионы под ногами. Ну да, мчусь. Ну вот, собственно, подобрались к самой скале. Вот так вот. Вот так вот. Валентина Борисовна там. Ага, привет, конечно. Ну что, Валь, как в целом-то? Место силы тебе. Супер. Мне батарейка садится. И это все, что ли? Мне батарейка садится. Ну, раз батарейка садится, тогда... Какую? Баклан немытый. Да нет, чайка, конечно. Так и живем. Ну вот интересно, луну видно. Ну, сейчас так, сейчас так вот увеличим. Он размером с дом. Вот как раз на крыше лежит. Так. Я на видео снимаю. Ну что, рассказывай? Против солнца тебя, кстати, не видно. Дай-ка я встану. Эх. Что, говоришь, кофе пьете? Да. Капучино, что ли? Да, пришлось. Приносят прямо сюда. Может, я тоже попью? Заказываю капучино. Вот, спасибо. О, кофе. Ну, без молока, я вижу, что без молока. Охлаждается сразу. Угу. Естественно. Молодежь. Ну чё, хоть хорошо тебе? Да. Думается. Сейчас, там дышится сейчас легко, там мира чистота. Сейчас начнется программа. Закат. А, ну да. Закат. Сейчас будем пытаться снять долго. Закат, но с нашей киношной аппаратурой, конечно, тут его... Не знаю. Посмотрим, как получится. Коленку смазали. Замотали. Чуть-чуть побыстрее, говорит, хожу. О, какой корабль разукрасили. Рыба какая-то. Ну, теплоход что-то знакомый, да? Теплоход знакомый? Да. Китай написано на нем, по-моему. Буквы не хватает. Вот цирк. Может, устроимся в цирк? Работаем. Клоуны уехали, цирк остался. Лодка такая, чик, вкопанная. С древней Эллады. Ну вот такой Байкал. Морошно. Дождик моросит. Но мы не унываем. У нас есть. Наливаем. Наливаем. Наливай. Такой день. День рождения. Держи. Все? Все? До новых встреч, друзья.
корабли с аэрографией крутые. Да. Проклятый старый дом. Куда это мы забрели? Можно. Дождик идет. Ну. Тут мы даже цирк нашли. Вот такой. Мы уехали, а цирк остался. Такой матерый шатер. Валя тут даже поговорку придумала. Да. Меня этот шатер вдохновил на создание скороговорки. Предлагаю вам повторить. Актер и шахтер в матерым Че? Актер и шатер в матерым сейчас. Понятно, все. До свидания, гости. Подожди, не выключай сейчас. Актер и шахтер в матерым шатере. Все. Актер и шахтер в матерым шатере. Актер и шахтер в матерым шатере. Актер и шахтер в матерым шатере. Шатере можно сказать? Шатре? Шатре. Актеры, шахтеры в матером шатре. Шатере. Шатере нельзя. Шатере нельзя, но нам можно. Все, погнали дальше. Терпим кораблекрушение. Спасательный жилет уже одет. Все хорошо. Не верю. Где Ди Каприо? Где, почему волосы назад не летят? Пакет с яйцами, осторожно там. Начинаем переходить к торжественной части. Мачник. Это мини-тюнь, конечно. Ах, почти готов. Ну и скоро за стол. Да? Фуршет. Ты что решила как? Я... Да, вот. Ну вот мы перешли к торжественной части. Я с лобкой. С кизляркой. Сегодня мы собрались для того, чтобы... По поводу. Ну, так по какому? По поводу моего дня рождения. И сколько годиков? Опять 8. Там на всех сайтах стоит дата абсолютно. Не скрытно. Да. Надо ее уже поменять. Поставить там год какой-нибудь. Вот большое разведение. Стол трещит. Стол трещит, конечно. Ну, все. Поздравлять начинаем. Так, ну вот мы. Люба, это стола какая? Приехали в Хранцы. Оля, не знаешь, что это? Не, я не знаю. Как будто тоже Лех, некий остров, да? Лех, угу. Лев, когда по воде идет. А, ну типа как но, как лев. Он сильный, да. Так, а если он увеличить? Это мост такой ходит. Угу. Так, ну ладно. Дальше. Так, вот мы в Хоронцах, в доме, которому 115 лет, 1905 года. Володя вечный печник,
Ай, я помню этого Володя-то. За ним очередь была. Но все равно печка там. Ну вот снаружи. Как называется? Голубица. А, ну да. Смородина. Самый старый дом на острове. Сладкая от природы. Такие пироги. Еще маленький очерк Валентина, юбилярша, так скажем. День рождения всеца. День рождения всеца. Так, дальше поехали. Вот такой интересный ручеек у нас тут. Хобаца, чик. Сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, сюда и так далее. Так, пойдем дальше. Так. Сейчас поедем дальше. Комар в кадр попадает. Вон Валентина тоже там. Ведет репортаж. Эпические деревца тут. Такие вот растут. Ну, против солнца, конечно, сейчас маленько. Не особо хорошо видно. Так, поехали дальше. Так, ну солнышко садится. Немножко успеем еще снять. О боже, что это такое? Ну, здесь, наверное, да, прикольно картины всякие рисовать. Но на видосе, наверное, этого невозможно передать, особенно с камеры телефона. Довольно душевно. Ну и, разумеется, деревья. Ой, сейчас упаду со скалы. Разбежавшись, прыгнув, поднимаюсь к ребятам. Что-то они там как три тополя на плющихе сидят. Сейчас узнаем, как у них дела. Я-то тут с подбитой ногой, но я перебинтованный, мне проще сейчас ходить. Так что вы говорите, там дальше-то было? Как день рождения? Amazing. Уточек снял? Уточек, ну я не знаю, там попали вроде, ну. Такая мини-бухточка. С одиноким деревцом. Пытаюсь снять видео про Луну. Луна размером с Валину голову. Нет, меньше. Но она прям огромная, ты чё? Ну понятно, что тут не с чем сравнить. Сегодня, кстати, лунное затмение, говорят. Трено не маленькое. Видео снимал. Ну, думал, что хорошо будет, но ошибся. Ну а это, говорят, знаменитый ключик. Первый, да? Но первый ключик. Там дальше по той верхней дороге едешь, второй ключик. Получается, там красивейшее место. Потом третий ключик или Адёны, еще называют. Ну вот, сейчас он что-то не очень активно бежит, но есть. Вот и пошел Иван Царевич за 3-9 земель. Что за места такие лютые? Голоса такие противные. О! В поисках стрелы пошел Иван. Вот. Чудище поганое, выходи. О! Такие вот места.
Девочка моя! Красавица моя ненаглядная! Я про кошку, ну, у меня кошка Василиса. Вот. Что-то я обмочил штаны. Сяду на пенек. Съем. Вот. Пенек высоковат. Да. Иванушки. Дальше пойду искать Василису свою. Утомился. Кто-то я. Вот ручей вижу. Водицы попить. Кто здесь? Опять штаны обмочил. Вот. Шестой месяц шел Иван. И тут уже какая-то Антарктида началась. Ну хотя бы можно будет воды напиться. Вот оно что. Со льдом. Прекрасно. Вечная мерзлота. А у Ивана голос пострашнее, чем у Кощея. Кажется, там Баба-Яга. Где же Василиса моя? Что за места такие лютые? Побегу быстрее. Вышел Иван на опушку леса. Никакой Василисы, конечно же, он не нашел. Такая вот печальная у нас концовка у сказки могла бы быть. Но нашел кое-что получше. Автомобиль Ford и сразу три невесты. Да и пофиг на Василису. Тут и сказочки конец. Ну, еще немного шаманки с другого ракурса. Валентина Борисовна. Хопа, оператор. Черствый хлеб тупой ломает нож. Уставленные глаза в размытый горизонт. Прямо с потолка идет бесшумный дождь. Бегущая строка ударилась в переплет. Любовью чужой горят города. Извилистый путь затянулся петлей, когда все дороги ведут в никуда. Настала пора возвращаться домой.
толпа заполнила перрон, и мальчик за стеклом все машет мне рукой. Каждая судьба завязана со мной, и в памяти живой давно снесенный дом. Любовью чужой горят города, извилистый путь затянулся петлей, когда все дороги ведут никуда. Настало время.